Наша цель — разработать первый работающий GSM-телефон. Nokia. Nokia! Вы подали иск о нарушении патентных прав против Nokia. Они серьезно утверждают, что мы скопировали дизайн Cityman? Кто велел вам разбирать и изучать телефоны Motorola? Это общепринятая практика. Патент на изобретение — это, в конце концов, не так уж плохо, верно? Вам грозит американский суд. Советский нам уже грозил. И что? Покажем американским идиотам, что с Nokia шутки плохи. Моторола использует его как юриста-киллер. Запрет на операции на американском рынке, отзыв и уничтожение всех существующих моделей телефонов. Мы, финны, верим, что если завершить работу, которую начал покойный, он сможет достичь места своего назначения в посмертии. Можете предъявить рисунки суду? Сегодня вы сделали невозможное возможным. Эту черту нельзя перейти! На этой стороне стоят только люди Nokia! Это хлорид аммония. Фишка Финляндии. А зачем она? Напиваться. Ты что, заложил наш с тобой дом? Он куплен на мое имя. Салминен, как думаешь, как нам следует назвать этот телефон? Nokia 101. Хорошее название, да?